Так, теперь давайте посмотрим, где у девочки ухи. Находится где-то вот тут. Поэтому сделаем так, возьмем это и это, наверное. Хотя могли бы, наверное, тут, секундочку, ребята, Ctrl-R, так вот, вот здесь Ctrl-R, есть. Вот это мы можем удалить, сказать, что ну, нам это не особо как, да? Поэтому вот здесь, а сейчас, скажем, и вот так, да? Далее пойдем, скажем, у нас должно быть круглое. И ее сжимать по S. Y. Вот так, S по Y. Далее посмотрим, где у нее тут точки. Вот эта точка и вот эта точка. Нужно их S по Z сжать между собой. Вот так. Смотреть. Какое у нее тут ухо. Ну, сейчас проверим. Не проблема. Берем вот это. И говорим Е, да? Тут сначала сделали так, потом Е еще вот так. Как мы удачно почти что сделали. Да? Ага. Не на том месте. Удачно так сделали. Я говорю, поэтому референции надо. Референции. Назад. Назад, назад. Скорее всего, вот этот нам потребуется. Вот эта точка. Ctrl-Shift-B. Вот так. B. Сегмент 1. Возьмем 2. Но в другую сторону. Вот так. В кругленькую сторону. Так. Теперь... Ну-ка, здесь, если я посмотрю, здесь навряд ли, вы же помните, что тут есть несовпадение. Да? И мы не получим здесь нормальный референс, но более-менее. Так, ладно. В всяком случае, это помогает нам смотреть правде в лицо. Так, да. Теперь вот Е. Теперь оно будет на том месте, какое нам нужно. Прекрасненько. И обрабатываем это ухо. Убираем. Теперь нам это не надо уже. Смотрим здесь. Такой ширины уши нам тоже как бы не особо нужны. При этом надо было с самого начала этим заняться. Этот. Давайте мы сожмем S по Y. Это так. Эти тоже.
SPY. Вот так, я думаю, будет хорошо. И теперь здесь еще вот этот SPZ. Есть. Теперь мы можем это, конечно, выбрать. Раз, две, три, четыре. Тянем. Е. Вот так вытянем. Смотрим. Ну да. Где-то так. Чего уж там скрывать. Теперь давайте вот эти. Сначала скажем G по... Это Y? Нет, это X. Вот сюда. Да не сначала, этого достаточно будет. Хотя пускай так будет пока что. Мы видим, что рот у нас сильно ушел вверх. Ну, с этим можем справиться без проблем. Смотрим. Спереди. Да, мы спереди находимся, спереди. Поэтому сейчас берем цирклем все вот эти вот точки. Выделяем. И тащим вниз. Уже назад. Вот сюда. Да. Все правильно. Я, знаете, при создании вот этих вот лиц по референтам и все, я понял то, что ни в коем случае нельзя торопиться. Делаем все потихоньку, не спеша, проверяем себя множество раз. Так, теперь возвращаемся к уху. Ухо делаем еще один такой вот контроллерчик. Так. Далее. Вот эти точки. Потому что если поспешить, но потом столько переделать приходится, что ну и нафиг. Эта точка и вот эта точка и вот это, наверное, и опустить их так, закруглить как бы немножко. То же самое здесь. Эта точка и вот это тоже поднимаем наверх. Да. А здесь мы с вами сделаем следующее. Поставим правильно. Берем всякие прозрачности и скажем Ctrl-Shift-B. Вот так. Далее S по... Не знаю, какая вы сюда X, наверное. И S по Z. Вот так. Я думаю. Чуть-чуть убрать G вниз. Так. Ну и вглубь ее толкаем. E по Y. Ну,
сейчас, секунду, кое-что не то. Мы возьмем и так, чтобы она не так резко была. Теперь е. Все равно. Так, значит, тогда по-другому. Выделяем все вот эти. Видим, что вот этот можно подогнать наверх, G. Так, а этот тоже вниз. Так, после этого этот и этот можем поднять. Ухо тоже важно. Это сюда. Теперь выбираем. Нет, берем только этот, 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 говорим, и, нет, и здесь не пойдет, Ctrl-B здесь пойдет. Где-то так. И теперь вот этот. Удавливаем. Так. А вот этот, скорее всего, мы возьмем точки. Вот эту точку включим. Пропорционально редактируем. Почему так называется, не знаю. Ну, странное название. И ее немножко сюда поправим. Нет, придется переделать ухо. Извините меня, конечно. Вот оно. Во-первых, надо поменьше сделать. Нет, не это, а ухо само. Вот так. Вот так бывает с ушами. Потом Ctrl-B. Вот так. И сделаем из него побольше этих. Теперь вот это мы можем вдвинуть внутрь. Так, тогда у нас таких заломов четких не будет. Ну, есть немножко, но не настолько. Так, смотрим. Похоже оно на это ухо или нет? Я думаю, да. Не нужна девушкам большие уши. Вообще ни к чему. Правда же? Ну, на крайний случай, на крайний случай. Можем выбрать это все. Если уж мы такие перфекционисты, то можем чуть вытянуть. Так, потянуть ее. Хотя, фигли. Зачем нам это надо? Если только что, секундочку, у SPZ вот так сделать, да? И G по Z. Так, простите. Готово. Сколько времени на ухо потратили, видите? Зато нам его стыдиться не придется. Теперь, я думаю, вы догадались уже, что надо делать, да? Просто-напросто мы возьмем
две сферы. Сначала одну сферу. И она там скотинека. Ну, как здорово. Мы ее переворачиваем сразу для зрачков. Эти сферы очень удобны для зрачков, поэтому RX90. Вот так. Поднимаем наверх. Смотрим сбоку. Поднимаем наверх. G по Z, вот сюда. И смотрим. Ну, циклоп-то какой. S. Спереди. Вернее, сбоку. S. Уменьшаем основательно. Дальше спереди. Убираем ее сюда, ниже. Оп. Это неприятно. Чем дело? Исчезла mirror. Ну, я так не играю. Я ничего не нажимал. Mirror. Так, клиппинг. Вообще нам нужен еще mirror. Пусть пока будет. Так. У нас было выделено это. Вот в чем была проблема, видите? И теперь мы берем выделение и берем. Угу. Edit mode. Вот здесь говорим отдельно. P selection. Все. Давайте создадим ей собственный пивот. Origin. Вот так. И пойдем уже вот сюда. Глазами тоже надо аккуратненько, иначе можно тут наделать делов. Смотрим сбоку. Понимаем. Что тянем сюда. Может быть, сейчас мы подгрузим к этому, подгрузим сейчас опять модификатор. Вы скажите, слушай, зачем ты его постоянно убираешь и ставишь по новой? Потому что, ребята, есть опасность однажды не туда нажать и, получив фашист гранату, потом попробуй исправь это все. То есть он будет постоянно... В очень больших полигонах, от которых очень трудно потом избавиться. Надо новый ремеш делать. Так. Смотрим сбоку. Немножко лупастенько получается, девочка, да? Ну, давайте я немножечко G по велико засунем вниз сюда, да? Вот, а здесь немного увеличиваю. Так. Подвинем. Да, так будет лучше. Подвинем G. Так вот, мы установим очень точно. Ну, более-менее точно. Потом, ребята, сколько времени-то? 19 минут. Я бы хотел сделать следующее. Я сейчас возьму, скажу, Shift-D. Вытяну его на, скажу, что это P,
Уберу голову. Так. Разверну. R по X. Почти 90 сначала скажу. 90, так. Теперь это основное, это второе. Так, основное убираем пока. Здесь говорим, вот, и в прозрачности, и спереди убираем вот это вот. Для этого лучше использовать такое. Даже вот так, наверное. Вот так. Мы его отрезаем. Остается такая штука, которой мы сейчас воспользуемся. Мы ее выделим и скажем следующее. Mirror. Нет, не mirror. Mirror тут ни при чем. Нам надо солидности добавлять. Вот здесь. Но снаружи. Примерно так. Угу. Далее включаем голову и начинаем с этой тут немножко будет проблематично чуть-чуть. Мы скажем, тут находится у нас центр, поэтому парня мы скажем, что set origin у тебя 3D курсор, да? А mirror нам тут ни при чем. Mirror тут нам не нужен. И если сбоку посмотреть, то этот надо перенести вот сюда. Так, теперь объект R. Все равно не получилось сразу. Не там. G. Смотрим. Может быть, чуть побольше. Ну, сейчас скажем так, объект set origin, своя геометрия. Так, edge. Так, что ли? Вот у девочки этого нет, но мы ж как бы считаем себя творцами, хотя такими не являемся. Угу. Все. Теперь берем, ставим на место. Берем вот этот. Говорим ему, любимый мой родной, давай-ка нафиг. Mirror затенем. Скажем ему, что мы убираем все твои трансформации. Опля. Знаете почему? Ну, потому что солидности осталось. Убираем солидность. Теперь не убираем, закрепляем ее. И теперь говорим, никаких у нас трансформаций. У нас только мироры. Вот он. Так. Ну, я смотрю, довольно-таки успешно у нас идет сегодня. И тоже
убрать все. Вот он сам встал тут. Вот такая девчуля у нас. Замечательно. И чуть вниз. Угу. Так, после этого, когда мы такие довольные все, можем сделать следующее. Вот. Это новый материал, и к нему прибавим сейчас черный, к примеру. Просто для сначала, чтобы посмотреть. Просто чтобы посмотреть черный. Вот так сделаем зрачок, да, на самом деле. Мы его так делать не будем, естественно. Едмат. Так, где у нас? Мы сделаем такой красивый зрачок, что мама не горюй. Так, и говори постижен. Да? Чем мы видим? Видим два глазика. Пока так оставим. Ну а далее, ребята, далее тут нам надо просто завершить это все. Ну-ка, это не то. 26 минут, ну конечно. То есть я что я сделаю? Я пойду отдыхать. Чего я вам желаю. Пока.